Малина традиционная таруса штамп среди садоводов-любителей известна под наименованием «малиновое дерево». Безлиственный штамп увенчан кустовидной кроной из десятка светло-зеленых побегов, покрытых восковым налетом. Листва темно-изумрудная, с четко обозначенными прожилками. Ягоды крупные, почти 5 см длиной и массой 15 грамм. Их форма удлиненная, а окраска темно-шарлаховая, с бордовым оттенком. Вкусовые качества высокие, плоды сочные, сладкие, обладают любопытной особенностью, часто наблюдаются сдвоенные ягодки. Малина отличается хорошей урожайностью, до 5 кг с одного растения, не теряет свежесть в процессе транспортировки и хранения. На нашем сайте spelov.ru вы можете заказать саженцы этого растения по хорошей цене. Ссылку на страницу заказа вы найдете в описании под этим видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал и узнавайте первыми о новых и интересных растениях.